Закончился прием заявок от кандидатов на должность мэра Омска, и в последний день решение идти в градоначальники принял вице-губернатор Станислав Гребенщиков. Документы выбранной комиссии горсовета он передал во вторник. Напомню, ранее чиновник заявлял, что не собирается становиться мэром, однако пойдет на выборы, если получит соответствующее распоряжение от губернатора. Станислав Гребенщиков пояснил, что решение это продуманное, осознанное и согласованное. Есть у кандидата и своя программа по развитию города. Детали чиновник не озвучил, но прокомментировал перспективы строительство подстанции Садовой. Ее мощности должны обеспечить электроэнергией микрорайон Амурский-2, а Омскэлектро за свой счет готова заняться проектированием объекта стоимостью почти 1 000 000 000 рублей. Давайте разберемся. Я не вижу необходимости отражать этот вопрос. С ним надо работать, тем более, что мы проводили достаточно много совещаний, консультаций по поводу этого объекта. На сегодня энергетики не дают однозначного решения, что эта подстанция необходима в ближайшее время. Напомню, в этот же день в комиссию также поступили документы и от министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова. Кстати, депутаты попытались изменить порядок выбора мэра, точнее внести некоторые изменения в порядок проведения конкурса. До выборов градоначальника предложили допускать всех заявившихся кандидатов, а не тех двух, кого в конечном итоге утвердят выборщики. Среди предложений также отобрать у председателя комиссии единоличное право удалять заседание любого члена комиссии. Кроме того, предлагалось немного расширить право кандидатов в мэры, например, разрешить зарегистрированному кандидату отказаться от участия в выборах и дать 3 дня вместо 1 на подготовку всех необходимых справок и документов для регистрации. Впрочем, выслушав все предложения об изменениях в документ, депутаты проголосовали против них. Было решено, что первый состав комиссии доработает в утвержденном регламенте, а к следующим выборам его подкорректируют. Прием документов от кандидатов заканчивается 4 апреля.